Всем привет, дорогие мои подписчики! Вы находитесь на канале «Секреты Эмиратов» и с вами снова Елена. Вы знаете, один из моих подписчиков задал мне такой достаточно интересный вопрос. То есть он меня спросил, почему это был мужчина, меня, вы знаете, это очень удивило. Он меня спросил, что же происходит с вашей кожей? Почему ваша кожа стала выглядеть гораздо лучше, чем раньше? И с чем это связано? Ну, я пообещала открыть ему этот секрет в одном из своих следующих видео. И вот час X настал, и мне приходится, собственно говоря, рассказывать о своих секретах красоты. Вы знаете, может, я их хотела замолчать, конечно. Так примолчать, чтобы никто не узнал. Нет, я шучу, конечно. Не хотела я замалчивать никакие секреты, потому что, в принципе, это не страшно. Я, конечно, знаю, что хейтеры, конечно, мне напишут, что я даю неправильные секреты, и я все неправильно рассказываю. Но пусть себе, как говорится, пишут, пусть кидают тапками, а я все равно буду рассказывать о своем. Вот. Что, соответственно, мне помогает поддерживать вот такой вот тонус, как бы, и такую красивую кожу. Вы знаете, я нашла один интересный способ, которым хотела сегодня с вами поделиться. Это маточное молочко. Если среди вас есть пчеловоды-любители, то вы, конечно, знаете, что это такое. В Арабских Эмиратах у нас тоже продается маточное молочко. Вот такая вот баночка, она стоит, соответственно, 300 дирхамов, ну, то есть где-то $90. Но в разных местах, опять же, цены могут быть разными. Вы знаете, мед я не воспринимаю вообще. Я раньше пыталась делать какие-то маски с медом, потому что это очень и очень полезно. Но, честно могу вам сказать, что мед моя кожа просто-напросто не воспринимает. Но зато она прекрасно воспринимает маточное молочко. Вы знаете, столько витаминов, сколько содержится в маточном молочке, вы больше просто-напросто нигде, ни в каком креме, ни в каких масках, вот этих вот, которые продаются в магазинах, просто-напросто не найдете. Состав маточного молочка просто уникален. Здесь содержится огромное количество витаминов В, здесь содержится никотиновая кислота, витамин D, витамин А и витамин Е. Собственно говоря, как появляется маточное молочко? Пчелы-кормилицы просто-напросто вырабатывают его в специальных железах. Конечно же, лучше всего пользоваться свежим маточным молочком. Но у меня оно не совсем свежее, но то, которое, соответственно, муж у меня приобретает у оманских пасечников, так скажем. Я не думаю, что вот прямо оно совсем свежее. Тем не менее, лучше использовать, конечно же, свежее, но можно использовать и такое вот, которое какое-то время там ехало с Омана, как говорится, до Арабских Эмиратов. Значит, по составу, значит, как вы видите, оно такое достаточно плотное. Вы знаете, оно сгущенку очень напоминает мне сгущенное молоко наше российское. Вот. И цвет, собственно говоря, точно такой же. По вкусу оно немножко кисловатое. Почему я вам говорю про вкус? Потому что маточное молочко можно применять в двух вариантах. То есть, что я делаю? Я по утрам съедаю пол ложечки маточного молочка. Причем, если мед я вообще не могу есть, то к маточному молочку я отношусь вполне нормально. И вот вы знаете, однажды я так ела маточное молочко с утра и думаю, а почему бы не применить маточное молочко и для лица тоже? И я залезла в интернет, нашла там несколько масок, но потом оказалось, что у меня то тех ингредиентов нет, то этих ингредиентов нет для маски. И вы знаете, я так подумала, забила, как говорится, на маски. Что я сделала? Я взяла пол чайной ложки маточного молочка чистого и просто-напросто нанесла на лицо. Но смотрите, если у вас кожа очень сухая, потому что кожу стягивает очень сильно эта маска вот из чистого маточного молочка, но зато, соответственно, и подтягивает кожу, что, в принципе, в моем возрасте как бы очень даже неплохо, так скажем, да? Вот. И если у вас есть аллергия на продукты пчеловодства, то, конечно же, лучше вам это не использовать. Ну, хотя бы попробуйте предварительно на руке, чтобы у вас вдруг не покраснело все лицо. Я, в принципе, отношусь нормально к продуктам пчеловодства. Мед просто не люблю, а вот с маточным молочком у меня, вы знаете, в последнее время образовалась прям такая очень сильная дружба, я бы так сказала. И, собственно говоря, эту маску можно делать 2-3 раза в неделю, лицо подтягивает идеально и напитывает, самое главное, кожу всеми полезными витаминами и микроэлементами.
Вот это самое главное. То есть попробуйте, однозначно не пожалеете. То есть пол ложки чайной вполне хватает для того, чтобы, соответственно, покрыть полностью все лицо и немножко шею, как говорится, да? Оставляете эту маску где-то примерно на 10-15 минут. Я иногда, бывает, даже до 20 минут оставляю. И потом просто-напросто смываете обычной водой. Вот и все. Но кожа у вас действительно станет гораздо лучше, блестяще и напитается абсолютно всеми микроэлементами и полезными веществами. А вы, конечно, можете мне сказать, что маточное молочко стоит недешево. Да, действительно недешево. То есть в Арабских Эмиратах вот такая вот баночка, которую я показывала, стоит где-то примерно около $100. Но если, допустим, пойти в магазин Sephora и приобрести там какой-то крем от Chanel, либо от Dior, то, скорее всего, вы потратите даже больше. То есть стоимость этого крема тоже она будет где-то примерно $100-150, в зависимости, соответственно, от того, какой это именно крем. А я не думаю, что польза от него будет больше, чем от маточного молочка, потому что это все-таки натуральный продукт. Поэтому я люблю натуральные продукты, я люблю делать свои маски дома, хотя, собственно говоря, и масками, которые я приобретаю, где-то в торговых центрах, я тоже люблю пользоваться, но тем не менее, очень советую вам, приобретите маточное молочко, попробуйте эту маску просто из маточного молочка и напишите о своих результатах. Не забывайте, пожалуйста, дорогие мои, если у вас аллергия на продукты пчеловодства, то использовать эту маску вам нельзя. Но это еще не все. Что я вам хотела еще показать, этот секретик я увидела в интернете и уже благополучно его испробовала и продолжаю пробовать и дальше. Значит, после вот такой вот очень сильно стягивающей маски, значит, что можно сделать? Либо что можно делать на ночь, как наносить крем? То есть днем я такой крем наносить не могу, вы можете, конечно, попробовать, но вот на ночь я его обязательно наношу. Я просто-напросто использую витамин Е, который очень полезен для нашей кожи, как вы, наверное, знаете, да? Вот я беру вот эту вот капсулку, разрываю ее. Ой, я уж хотела сказать, капсул-то у меня и не осталось. Нет, остались, но где-то там на дне, соответственно, этой бутылочки. Значит, я беру вот такую вот капсулу, я ее разрываю и смешиваю вот этот вот витамин Е с любым вашим ночным кремом. И наношу полностью на все лицо. То есть все очень просто. Самое главное, что это очень простые рецепты. То есть просто вы дойдете до аптеки, купите вот этот вот витамин Е, но не было обычного, поэтому мне дали вот зентиву, как вы видите, да? Но это тот же самый витамин Е, в принципе, как мне сказали. Вот, я его смешиваю с любым своим ночным кремом и наношу на ночь полностью на все лицо. И, как говорится, девочки, и будет вам счастье. Используйте два простых ингредиента. Маточное молочко. Это с утра, когда вы делаете маску. И, соответственно, витамин Е, который вы просто-напросто перемешиваете с любым вашим ночным кремом. То есть все очень просто, а результат, я так думаю, что вы увидите уже через неделю. Ну, вот это, пожалуй, все мои секреты красоты. Да, совсем забыла упомянуть, что косметикой с Мертвого моря я как пользовалась, так и продолжаю пользоваться. То есть эта маска на основе грязи из Мертвого моря, конечно же, я ее использую раз в неделю, но она тоже немножко сильно подсушивает кожу, я потом наношу очень жирный питательный крем. И, конечно же, я пользуюсь мылом, который я привезла с Мертвого моря. Я пользуюсь гелем для душа, до сих пор он у меня еще есть, потому что с Мертвого моря обычно я привожу чемодан косметики. И, кстати говоря, если вы хотите узнать все о косметике с Мертвого моря, то я могу под этим видео оставить ссылочку на свое предыдущее видео, где я полностью все рассказываю о том, какую косметику я приобретаю в Иордании, когда я бываю на Мертвом море. Ну а у меня на сегодня все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами была Елена Шарова из Абу-Даби. Всем пока-пока! Если вам понравилось видео, то, конечно же, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, если вдруг я что-то непонятно рассказала в своем видео. И увидимся в следующих видео. Всем хорошего дня и отличного настроения. Всем пока-пока!